Если вы вдруг оказались с малышом не вблизи водоема, загадайте ему загадку. Кудри в речку опустила и о чем-то загрустила. А о чем она грустит, никому не говорит. Это загадка про плакучую иву. Называют это дерево так потому, что на тонких листиках рано утром появляются маленькие капельки росы. Как только ветерок качнет веточку, маленькие капли начинают падать, словно слезы. В этот момент ива напоминает печальную плачущую деву,